А фамилия Мелочи что у вас? Я не совершал никаких преступлений. Понятно. Фамилия Мелочи расскажете? Не буду. В городе Орша задержан так называемый уголовный авторитет, ранее неоднократно судимый, житель Оршанского района 72 года рождения, который в период с августа 2019 года по декабрь 2021 года под предлогом криминального покровительства с угрозой оглашения сведений, которые потерпевший желал сохранить в тайне, а также под угрозой применения насилия и убийства, требовал от потерпевшего, жителя также Оршанского района 1982 года рождения, передачи ему денежных средств в сумме 5000 долларов США, а в последующем не менее 100 долларов США ежемесячно, часть из которых в сумме эквивалентной 5000 долларов США 14 декабря текущего года получил, после чего был задержан.